Всем привет, дорогие друзья, с вами Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмонда. В прошлом эпизоде мы остановились вот тут, и вот как раз я продолжаю играть прямо отсюда. Нападаем на этого покемона, опять наш Мью. В принципе, я думаю, его сейчас убьют с одного, с двух, хотя нет, не думаю, что его убьют, да, отлично. Вот так, тогда сейчас... Опять вылечим наших покемонов. Ну. Ну давай, немножко быстрее. Отлично. Так, побежали дальше. Что-то искать. Во, можно так зайти на пляж. Может, тут, не знаю, каких-то еще покемонов найдем. О, вот. Или, не знаю, такой покемон у нас есть. Думаю, что есть. Я не помню, ловил ли я его там или нет. Так. Опять Мью. Убиваем. Отлично. Все, идем дальше. Идем. Так. Я, в принципе, не знаю. Так. Что-то я забыл отозвать Мью. В принципе, я еще один раз сейчас проверю, может тут быть какая-то шахта. Проверить не помешает. Может действительно будет какая-то шахта и опять найдем фоссил. Если нет, так нет. Ну. Нет, думаю, все-таки не будет. А, нет, нашел какую-то шахту. Даже в принципе заброшенную шахту, можно и так сказать. Я не знаю, ну не знаю. В принципе, можно немножко покопаться. Может, все-таки что-то и найдем. Может, какие-то сундуки. В принципе, я даже не знаю зачем. Так как нам ресурсы не нужны. Даже те же алмазы, можно сказать. Ух, как ты глючишь тут в шахте. Так. Фу. О, вот тут, в принципе, может быть всегда фоссил возле воды. Всегда. Ну, не всегда, но да, всегда он, можно сказать, спавнится только возле воды. Лазурит я тут вижу. Хотя он... А, да ты издеваешься. 42 уровень. В принципе, у нас такого еще покемона нету. Голбата. Это отлично. В смысле, я его могу словить, только не его, как бы, вторую уже эволюцию, Голбата, а первую эволюцию, Зубат. Это отлично, так как я, если честно, даже из как-то... Как это сказать? Не обращал внимания, что у нас нет вот такого покемона. Ух, нифига себе, с одного удара. В принципе, тогда вообще отлично. Ух, да, это, можно сказать, даже отличный способ прокачивать покемонов. Только не в лаву его кидать, их кидать. А чё ты горишь? Тут горишь, в покеболе не горишь. Горишь. Ну ладно. В принципе, действительно, я как-то даже... Ну, в принципе, я думал об этом, только... Мои покемоны тогда еще... Как бы... Не тянули вот таких покемонов. Ну, в принципе, вот этого... Голбата. Так как он, можно сказать, даже сильный очень. Там, 40-й уровень или еще какой-то. А если Мью его убивает с одного удара, это просто отлично, так как можно действительно неплохо прокачаться на нем. Еще, в принципе, мы будем в шахтах, можно еще найти какие-то там ресурсы, те же алмазы, диаманты. В принципе, это одно и то же. И не для того, чтобы что-то скрафтить, просто для количества. Так, тогда. Словим первую эволюцию гул... А, словим первую эволюцию Голбата, это вот этот, 5-й уровень. Да, я, если честно, даже забыл, что
про этих покемонов в шахтах. Так, тихонько спустимся, может, алмазы где-то тут и будут. Будем искать таких больших уровней покемонов, чтобы на них качаться. Так, тут нету, и голбатов нету. Ладно, тогда побежим дальше. Ух, как-то прилагало. Ну, действительно, мир еще не прогрузился вот в этом, где я сейчас нахожусь. Так, может, что туда тогда пойдем? Да, думаю, туда. Как раз тут вода, может, и фосил там попадется. Хотя, я думаю, на такой высоте он уже не спавнится, он спавнится более вверху. Ух, нифига себе, сколько тут лавы. Так. О. Ух, да ты издеваешься. Иди. Монстр, нифига себе. Еще отравленный паук. В принципе, как я и говорил, они только спавнятся возле спавнов, что их можно найти там пару штук, а так их вообще нету. Ну, в мире как бы, это же Пиксельмон, тут только покемон. В принципе, как я говорил, их можно найти только возле спавна. И то они иногда там спавнятся. Ну, в смысле, найдешь спавн, заспавнится. Так. Ну, ух, сколько тут путей всяких. Да ты... Чё это за фигня? Чё ты не прыгаешь? В принципе, тогда можно просто идти наверх, поискать тех самых покемонов больших уровней, чтобы их убить, прокачать наших покемонов. Эта машина едет, извините. Бам-бам-бам-бам-бам. Я не знаю, куда можно идти. В принципе, пойдем сюда, пусть будет. Шахта вроде большая такая. Ну, вы где? Мне нужны какие-то большие покемоны. В смысле, прокачанные. Алмазов нету. В принципе, даже вот тех самых камней, камней огня нету. Они не спавнятся в аду. Кто там уже говорил много раз, я еще раз повторюсь, в аду вообще нету покемонов и в аду вообще нету никаких камней. Ад — это ад, да. Все, что нужно для покемонов, обычные покемоны, разные вещи для покемонов, все в обычном мире. Да. В аду вообще ничего нет. Никаких покемонов, никаких итемов для покемонов, никаких камней для покемонов. Вообще ничего. Обычный ад. Фух. Так. В принципе, я вообще уже что-то нифига не вижу. О. Ух ты. Зомби. Отлично. Кирка сломалась. Ладно, у нас есть еще алмазная. Так, нормально. Хлебушек нам нужен, железо тоже возьмем. Так, тут еще лутинг 2. Не знаю, зачем он нам. В принципе, вот это можно взять. Седло, я не знаю. Не нужно нам седло. Так, тогда, может, там что-то будет. Гравий такой. Не знаю. В принципе, я думаю, да, что-то и будет. Там какой-то вроде проход есть, если я не ошибаюсь. Фу, хорошо, что у нас алмазная кирка была. Осталось еще. Я ее... Так, лучше бы напал какой-то большой уровень, а не 13-й. Так, честно, я забыл, что у нас там вообще кирка была. Ну, в смысле, не забыл алмазная. Но я ее скрафтил вообще на самом начале, можно сказать. Я не использовал даже до сих пор. Так как мне не нужно было там что-то копать или еще что-то. Так, ладно, тогда... Не знаю, будет тут фосил, не будет. Думаю, вряд ли. Вон, там еще шахта одна заброшенная. Это уже вроде другая, если я не ошибаюсь. Да.
Тогда, ну, в принципе, нормально, Голбат там такой большой уровень. Так, сейчас тогда Мью. Бьем его. Один удар. Отлично. Что-то действительно FPS так немного глючит. Ну, в смысле, не FPS, а... Ух, куда я упал? Так залагало как-то, что я даже не ожидал, что я вообще куда-то упаду. Не видел даже вот это. Ух, и так упал, ладно. Вот тут лава. О, вот, во-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 во. Сейчас закроем мы лаву. В принципе, можно взять этот камень, только не знаю зачем. Вот камень огня. Я говорю, его вообще тяжело найти, сколько я в лаве уже сижу. Уф, тьфу, в какой лаве, в шахте сижу. Еще до сих пор нашел только один камень. Так, там что-то будет, не будет. Бам-бам-бам-бам-бам. Нет. О, алмазы. Отлично. Отлично, отлично. Я просто копал так прямо, нашел 4 алмаза. 5. 6. Да. 6 алмазов. Ну, повезло. 13-я высота, тоже так нормально. В принципе, я не знал, что там есть алмазы. Видели, я просто копал. В принципе, как я мог знать? Как я вообще рандомно копал в любом направлении, просто искал, не знаю, что, ну, что-то искал. Ладно. Так. Ну, тебя мы тоже убьем, не проблема. Ух ты, я случайно Мью вкинул в лаву. Так, пробегаем. Ам-бам-бам-бам. Тут, ну, не знаю, может там... Я вообще-то где-то паука слышу опять. Опять где-то рядом спаун должен быть. Должен быть. О, я там вроде опять что-то нашел. Вот это и спаун, наверное. Нет. Нет. Нету вообще. Так, ладно. Тогда нормально. Если нету спауна. Пауков. Ну хорош уже. Так, вообще какая-то шахтерская серия, можно сказать. В принципе, ну как шахтерская? Мы ресурсы не добываем, а только... В принципе, добыли, нашли 6 алмазов. А просто-напросто так, ищем покемонов, на которых можно нормально качнуться. Вот тех... бам-бам-бам-бам... Голбатов, или как они там называются. Ну да. Так, ну... Что-то бесит уже вот эти лаги, то я с воды не могу выбраться, не прыгает, то я еще что-то не могу куда-то выбраться. Так, я думаю, я сейчас остановлю, я выберусь уже на самый верх, а то, в принципе, я уже засиделся в шахте. Да хотя я сейчас и так выберусь быстренько. Так, давай. Уф, и не... Все-таки выбираюсь вверх. Фу, нормально нашли 6 алмазов, если честно, я даже не знаю зачем. Ну, в смысле, алмазы нам, можно сказать, и так не нужны, даже если, ну, тут броньку не нужно крафтить. Тогда, если получается, и меч не нужно крафтить, даже кирку не нужно крафтить. Вот, это единственный случай, когда я просто-напросто не знаю почему, решил так пойти в шахту, словить покемона шахты, которого у нас еще нету. Ну, который обитает в шахтах. И поэтому это единственный такой случай, где мне пригодилась кирка. И поэтому, ну, в принципе, не буду я оставлять те же алмазы в шахте, просто потому что они мне как бы не нужны. Так как это пиксельмон, тут монстров нету, выживания нету, только ловить покемонов. Вот, и там вижу
какой-то данж, если я не ошибаюсь, впереди. Или это мне кажется, или, ну, в принципе, вряд ли. Я знаю, как он выглядит. Думаю, что... Да, какой-то данж. Я не знаю, был я тут или не был. Ну, в принципе, думаю, не был, хотя... Хотя фиг его знает, откуда я могу знать, был я тут или нет. Думаю, нет. Отлично. Тогда сейчас... Ух, да чё ты так глючишь-то? Ну, в принципе, просто-напросто пробегу вперед, мне как-то пофиг. Это чё вообще такое? Bane of Artro... Arthropods? Bane? Bone? Хрен его знает. Bone. А это Bane. Фиг его знает. Ну, не нужно нам вот это. Чарить мы, в принципе, ничего не собираемся. Да и тут нифига нет. Я думал, хотя бы один алмаз найду. Или что-то полезнее. Ну, в смысле, полезнее алмаза, я думаю, ничего не может быть. Тогда я уже тут был. Если вот тут открыть такой вход или... Не был. Ну все, дорогие друзья, думаю, на этом уже можно закончить этот эпизод. В принципе, мы сходили в шахту, словили еще такого покемона, которого у нас нету, и которого, в принципе, можно найти только в шахтах. Поэтому, я думаю, вот уже сейчас можно тут закончить. И в следующем эпизоде просто-напросто продолжим путешествие, будем куда-то плыть, лететь, бежать. Я еще знаю парочку покемонов, которых у нас нету и которых, в принципе, можно найти. Сейчас я использую гейм-мод для того, чтобы выбраться отсюда. Не буду я там еще не знаю сколько времени выбираться. В принципе, это уже, можно сказать, разрешено использовать гейм-мод иногда. Все, сейчас вылечу с этих джунглей. То пока с них нормальным путем выберешься, сдуреть можно, да. О, какого я покемона нашел. В принципе, у нас такого еще покемона нету. Но это его вторая эволюция, это фиговенько, так как, в принципе, мы... могли найти первую эволюцию. Ну ладно, словим и этого. Такого у нас еще нет. Хотя бы постараемся словить. Наш мюк горит. Я его, помню, в лаву кинул. Ну. Ух, опять какой-то там трактор едет, машина. За окном. Так громко слышно, потому что у меня тут окно к дороге 3 метра и... Ну, не 3, но... Машину и так слышно, да. Машины, которые тут ездят. Ну? Ух, твою ж... Бум-бум-бум-бум-бум. Так. В принципе, опять едет какая-то. Я не знаю, кого можно, чем можно его ударить, чтобы не убить, каким вообще покемоном его можно так ударить, чтобы не убить. В принципе, отлично накаркал, но ничего страшного. Потом, может, еще найдем такого покемона. Да чё у вас тут гонки какие-то, за 30 секунд тут за окном пролетело в машин 10. 10 не 10, но и так много. Ну все, в принципе, как я говорил, на этом уже можно закончить. В следующей серии мы продолжим искать покемонов. Я еще вот сюда заглянул, в эту биому снега. Может, в принципе, найду тот камень, да, который нам нужен для эволюции Иви, который у нас есть. И в принципе, да, я думаю, все, на этом уже можно заканчивать вот тут. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.